На площадке Казанского федерального университета стартовал третий образовательный модуль программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования. Программа реализуется в соответствии с поручением президента Российской Федерации на базе Высшей школы государственного управления РАНХИКС и научно-технического университета «Сириус». На открытии присутствовали начальник департамента управления президента РФ по научно-образовательной политике Елена Иванникова, заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секеринский, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, помощник раиса Республики Татарстан Альберт Гельмудинов и ректор КФУ Ленар Сафин. Кроме того, на семинаре присутствовали приглашенные гости и участники из 29 городов России. Ленар Сафин пожелал всем участникам успешного обучения, интересных идей и достижения новых профессиональных высот. Во вступительной речи он подчеркнул, что это отличная возможность познакомиться с инфраструктурой вуза, научными лабораториями, а также пообщаться с коллегами и получить бесценный опыт. Я думаю, молодым ученым и всему молодому потенциалу, которому будет интересно начать нашего университета, поработать, посмотреть, понять, чем мы занимаемся, какие у нас есть уже прорывные такие технологии и разные новации, которыми безусловно сами будем делиться. И я еще раз благодарю наших организаторов за данную площадку. В качестве партнеров выступают ведущие российские образовательные центры. Среди участников недавно назначенные руководители университетов и научных организаций, их перспективные заместители, руководители исследовательских подразделений российских технологических компаний, а также руководители и заместители руководителей региональных органов власти, курирующих развитие науки, образования и инноваций. Очередной модуль программы посвящен вопросам взаимодействия федерации и регионов для научно-технологического обеспечения страны. Лекцию будущим главам различных структур прочитал помощник раиса Республики Татарстан Альберт Гельмудинов. Мы недавно провели большую работу по разработке стратегии и программы научно-технологического развития нашей республики. Естественно, первый шаг в работе был глубинный анализ процессов, которые в этой сфере происходили в нашей республике, в нашей стране и в целом. И я хотел бы вашими какими-то идеями поделиться с вами. Я очень надеюсь на то, как мы работаем нормально с республикой. Очень надеюсь на то, что у нас сегодня будет разговор не в форме такого монолога, в форме конструктивного диалога, потому что Татарстан силен еще и тем, что он очень активно изучает своих коллег и регионов, и надеюсь, что мы их поймем. Образовательная программа третьего модуля рассчитана на 4 дня и продлится с 31 января по 3 февраля. Ее основная цель – формирование сообщества молодых управленцев в сфере науки, технологий и высшего образования, объединенных общим пониманием вызовов, стоящих перед страной и обладающих видением, знаниями, навыками и мотивацией для эффективного управления научными организациями, университетами, для работы в федеральных и региональных органах исполнительной власти и технологических компаниях. Елизавета Казизянова, Анастасия Упаева, Тимур Ахметов, Универ Новости.